Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об интересных физиологических особенностях морских свинок. Морские свинки – обаятельные животные, крайне любопытные для изучения. Эти грызуны обладают рядом интересных физиологических особенностей, которые делают их поистине уникальными. Что в организме морских свинок самое необычное и примечательное? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 6 интересных физиологических особенностей морских свинок. Морские свинки имеют цилиндрическое туловище. Передние лапки у этих грызунов короче задних, имеют 4 пальца, в то время как на задних их всего 3. Вес взрослой морской свинки в большинстве случаев колеблется от 700 до 1600 граммов. Самки, как правило, легче самцов. У здоровой морской свинки температура тела обычно колеблется в пределах 37,5-39 градусов, а вот нормальным пульсом у этих грызунов считается 300 ударов в минуту. Частота дыхания в большинстве случаев у морских свинок составляет от 100 до 150 вдохов в минуту. Улитка внутреннего уха у морской свинки имеет 4 витка, в то время как у людей их всего 2,5. Благодаря такому строению этих грызунов больше, чем у человека, место для слуховых клеток, вследствие чего они обладают более хорошим слухом. Если человек может воспринимать звуки частотой от 15 до 20 тысяч герц, то морские свинки воспринимают звуки частотой до 33 тысяч герц. Морские свинки обладают хорошим обонянием. Этот орган чувств у них примерно в 1000 раз более развит, чем у людей. Морские свинки способны воспринимать запахи, которые человеку почувствовать не под силу. Обоняние играет большую роль для этих грызунов при приеме пищи и общении с сородичами. Как и у большинства травоядных животных, у морских свинок хорошо развит желудочно-кишечный тракт. Объем желудка у этих грызунов обычно составляет от 20 до 30 сантиметров в кубе. Кишечник у морских свинок достигает длины в 10-12 раз, превышающей длину тела. Морские свинки способны издавать самые разные звуки, от писка и бормотания до щелканья зубами. Самым частым звуком, который издает морская свинка, является резкий свист. Он повторяется с промежутком около секунды. Это сигнал приветствия хозяина. Свинка издает его для привлечения внимания. Также с помощью подобного звука грызун показывает, что он голоден. Морские свинки не только отличные домашние питомцы, но и крайне интересные животные для изучения. И перечисленные физиологические особенности это отлично подтверждают. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!